Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Angry Creeper, Skeleton Radex, Зебра, Серега. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем здорово. Всем привет. Всем привет. Всем хай. Если опять кушайте, приятного аппетита. А у нас режим Among Us в Гаррис Мод. Погнали. Так, ну кто же у нас убийца? Серега, как ты думаешь? Может быть, ты? Нет, я не убийца. Может, Серега, потому что он красный. Да, кстати, Серега, ты это ты. Ага, я понял. Серый всегда предатель, белый всегда виноват. Так, играем. Мы перестреливаем тут все эти куковины. О, это сюда. Астероиды, Дим. Отлично. Кстати, я не помню эту мини-игру. Раньше или мне не попадала она, или я забыл. Или просто задание тебе такого не попадало. Наверное, задание не попадалось. Че, пацаны, добавили что-нибудь здесь или нет? Как вы думаете? Нет, вообще, а карта не изменилась ни разу. Вообще мне ничего? Починить. Нет, что-то добавляют, а что-то еще не добавили. Нужно астероид разрушить. Так, все так тихо играют. Свет. Свет сломали, свет. Я иду чинить. О, я вижу Серегу. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Всё, стараемся снять что-то очень крутое. Рекорд! Есть! Ага! Радекс! Да, Срекс, да, убил? Да, это Радекс. Самый рекорд! Я думал, там еще кто-то прибежал, поэтому я такой сразу же на! Ну что, Радекс, я надеюсь, ты был хорошим человеком. Надейся. Прощай, Радекс. Ты спалился, Радекс, зря. Я знаю. А зачем ты кинул тогда сразу и жалобу? Сам на себя? А, ты хотел свернуть на кого-то. Ах, ты хитрый какой. Ну что, мы выиграли. Первая катка произошла успешно. Ну да, ну блин, зараза. Я думал, там еще кто-то хотя бы прибежал, а там вообще никого не прибежал. Ювелир. Чего я розовый? Погнали. Это я. Это твоя натура. Так, я буду бегать с кем-то из пацанов, чтобы меня не убили. Я хочу все-таки в этой катке подольше поиграть. Я нежно фиолетовый Радекс. Вообще офигел. Ты сам только что сказал, что ты розовый. Гений! Радекс, что в душе розовый. Тьмы! Блин. Полкарты обошел, ничего, ни одного задания не делал. Кто карточку пробил? Ура! Я карточку прошел! Это бесящее задание. С седьмого раза! Первая катка чат быстро была. Серега, а ты где вообще ходишь? Очень, потому что я очень глупо спалился. Я? Да. Далеко. Так, это скелетон! Это скелетон, мне кажется. Я труп нашел! Так, я понял, кто это. Я понял, кто скелетон, ну ты и хитрый, молодец. Я нашел этот труп, он находился в электросчетчике, ну где электричество чинят. А кстати, я только что туда и бежал. Я тоже, у меня там задание было. А кто последний оттуда выходил? Я не видел, чтобы кто-то оттуда выходил. У меня есть подозрение, что это Дима. Здрасте, это скелетон, а я уже за него проголосовал, он спалился, он с вентиляции вылез. Я видел, нет, я как бы... Да, да, здрасте. Я сзади Сереги бежал. Да, я видел, как ты с вентиляции вылез. Ну окей. Это Дима. Дима! Это не я. Хорошо, голосуйте, выкидывайте меня сразу, если это думаете, что это я, выкидывайте. Я пошел задание выполнять. Да ты спалился. Да как я спалился, ты же гонишь. Я слышу, как ты улыбаешься. Так я специально поприкал, что вы думаете на меня. Я сразу понял, что это ты на скелетон. Короче, отдыхай, я буду соединять провода. А кто нажал? Я. Фига ли. Нет, я. А я буду за Серегу голосовать. Значит, Серега хочет специально мне скинуть. Серега всегда так делает. Да, я знаю, что это... Да, я, ты уже мне кого-то напомнил. А ты не Радекса родственник, не? Нет. Который сам же нажал кнопку. Да, не, Серега, это ты. Ты всегда так делаешь. Короче, я знаю, что это Дима. Я полюбил. Ну как ты докажешь? Как ты докажешь? Да блин, ну зачем? Нет. Радекс. Что? Ну теперь... Ой, все, короче. Это Зебра против тебя проголосовал. Розовый. Я в шоке. Да блин, вы что, не выкинули невиновного человека?
Дима, дистанция 1.5 метра. Да, невиновного. Я уже слышу по твоему голосу, что ты невиновный. Улыбаешься. Дима, корова-вирус. Поэтому дистанция 1.5 метра. Держись от меня подальше. Отвали ты от меня. Ты отвали от меня. А! Дима! Сейчас спалился, да. Здрасте, вы что, гоните? Я, короче, выбегаю из навигации и просто вижу, как этот самый падает, зебра. Кто падает? Зебра, а ты убегаешь. Я не был возле зебры вообще. Да. Ага. Дима, я тебе говорил, дистанция 1.5 метра. Это Серега. Это Серега. Да Серегу голосуйте за Серегу. Да это не я. Да вы не меня выкидываете. Я был обычным членом экипажа. Я так и знал. Жопа меня не подводит. Да я не умею, как ты, Серега, отыгрывать. Мне просто в этот раз как-то ржать хочется. Удостоверение, ребята, классное. Дима, корова, вирус, дистанция 1.5 метра. Да что вы от меня отстаньте? Говновирус. Не, зато я двоих замочил. А представь, а как мне надо было осторожнее играть? А ты слишком палишься просто. Ну я на радостях, я давно не был просто убийца, я на радостях давай всех подряд мочить. Димас, надо было Серегу первого мочить. Серега виноват. Вот реально, было Серега тебя первого мочить. Ты самый этот подстрекатель, блин. Потому что я жопу чую, что это ты был. Так, все, убийца чебуречек. Он не бежит выполнять задание. Все побежали выполнять задание, а он не бежит. Чебуречек. Зебра, топливо. Ага. Чебуречек при мне за вентиляцию залез. Ну, блин, это тупо было, если честно. Это было очень тупо. Дима, мне кажется, опять это ты. Серега, вот в этот раз я хочу, чтобы ты мне поверил. Чебуречек залез при мне в вентиляцию. Вот давай, Серега, если сейчас я тебя обману, тогда никогда мне больше не верь. Никогда. Ладно, давайте, короче. Вот давайте, реально, вот при мне. Если... Просто я хочу, чтобы было по-честному. Сейчас мне интересно будет играть катку, я уже знаю, кто убийца. Еще, блин, так тупо в вентиляцию залез. Ты хоть бы вернулся, что я сзади стою. Если это реально чебуречек... Серега, тогда никогда не верь мне. Вот если я обманул, не верьте мне никогда. А, Дима, я могу сказать одно, чебуречка в голосовухе нету. Да? Ну все равно он виноват. Да, после начала записи. Видишь, Серега? Иногда надо верить мне, видишь? Чтоб ты хоть иногда верил. Я просто хочу, чтобы другой был убийца. Те, кто реально именно круто играет. А так тупо, блин, вентиляцию залазит жопой вперед. Не-не-не-не-не. Поехали дальше. У кого чебуречек есть в друзьях? А кто нажимает пробел? Не жмите, это я должен жать. Ну что, сейчас будет убийца. Не я. Я так и думал, так, не так, я. Так, думаем. Наверное... Зебра. Зебра. Да блин, на эники-бэники давай. Давайте смотреть просто, кто не выполняет задание. Вот я по чебуречику это узнал. Смотрите, зебра не выполняет задание. Ой, все, это зебра. Понятно, у меня задание... Зебра, убийца. С первого раза выполнил карточкой. Это вообще... Хорош! Мощный! Мега хорош! Еще задание в управлении. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Я выполнил первое задание. Это был взрыв, да, там... Что такое? А как карточка проводить, что она мне не считывается? А тебе нужна скорость чуть средней. Среднюю скорость. Слишком быструю не надо, слишком медленную тоже не надо. Зебра! Ой, зебра. Скелетон, дистанция 1.5 метра, ничего не знаю. Корова-вирус, да? А чё карточка не проводится? О! Проводи. Да тысячу раз надо провести, еще угадай, как ее проводить. Чё за задания такие сложные? Ну да. Так, блин, просто напиши в комментариях, где ты додик. 40 раз провел. Надо было до конца мышкой доводить. Понимаете? Алёша. Мне не нравится, что я не могу два раза, допустим, убийцу дать мне. Подряд. А мне вроде было, да, такое здесь, что давали два раза кому-то подряд убийцу? Мне, когда я играл, мне давали несколько. Блин, я бы сейчас, если был бы убийца, я бы по-другому просто бы отыграл. Я, конечно, затупил. Я просто запереживал. Хотел так быстро всех вынести. Ну не получилось. Короче, скелетон убийца. Лол, да, я сразу выполнил задание с карточкой, это быстро. Так, я буду за ним следить, мне кажется, это он. Нет, это зебра. Это зебра. Значит, задание хожу, выполняю, отменят. Хорошо, сколько у тебя заданий осталось? Одно. Не ври. Да блин. Не вру. Так, это Энгри Крипер. Убей, Энгри Крипер! Энгри Крипер тут был!
Вот мы когда пришли, я вместе с ним шел. Это... Крипер? Да, Ингрид Крипер. Нет, да. Это не я. Да, не ты. А почему ты отговариваешься? Все, это... Да. Нет, ну я видел вроде Ингрид Крипер. Отговариваешься. Ну Ингрид Крипер, ну это ты. Нет, это не я. Не-не-не, ты как-то вообще... Ты как и я. Вообще, актер без Оскара. Пошел в жопу, баньте его. Выкидывайте с корабля. Хорошо. Был бы это не ты, ты бы как бы там говорил, пацаны, извините, там, а тут, ну, хорошо. Пошел отсюда, щенок. Зебра, ты сказал? Зебра, ты сказал Angry Peeper. Крипер, голосуй. Если это не Angry Creeper, то это Димас будет, по-любому. Здрасте, нет, я задание выполнял. Я с вами ходил, ё-моё. Я реально, так я ходил с чуваком, пришел до трупа. Он сзади меня был. Ну, наконец-то мы, и сейчас мы угадаем, это будет самая лучшая катка, когда мы реально предателя раскусываем раз-два. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. А чё ты не отмазывался? Так, короче... Что такое? Ты понятно, как бы сказал... Дима, понятно. Хорошо, можете меня выкидывать. Хочешь, я тебе скажу, какие задания осталось и где что находится. У меня осталось давай. Электричество, проведите энергии в 02, в скобочках 02. Исследуйте ну, образец, медпункт. Все, погнали. В медпункт по карте смотри. Так, так, я только проведите карты прошел. Ну я все выполнил, мне уже нечего. Разблокируйте трубопроводку. Дима, если ты соединишь все на один провод, это не значит, что ты электрик. Да, Дима, а у тебя сколько заданий всего? У меня? Да. Забыл. Ну, у меня 4 задания всего. И одно я только выполнил. Я буду ходить за Радексом. Только одно выполнил. Но мне так не кажется, ты сказал 5. Выполняйте задания, чтобы выиграть. Мне кажется... Нажмите для старта. За 1.5 метра, зебра! Отошел от меня! Скелетон отошел! Иди отсюда! А что это? Подождите, я вот зашел, мне надо... И что, через минуту задание выполнится, когда мензурки налились? Я понял. Что-то тоже такого не помню. Что это за рахит? Как я раньше играл? Опа! Энергия, энергия, быстрее бежим! Где эти реакторы вонючие? Вот я вижу. Возле меня прям. Не, это... Нужно свет починить. Опять вейперы сран. А, все, 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 все. Так, подождите, а кто ж убийца? Не знаю. Мне, если бы это была бы зебра, то он бы меня уже убил. Ну да. Так, а где турбину разблокировать? Турбину? Ну. А, через тап, я ж могу задание... Ага, сейчас... А, все, ради прямо. Дима, на тап открыть. Здесь, все, я ой вспомнил, я нашел. Во. Уже это может быть. Задание выполнено. Так, осталось мне проведите энергию. Так, где оно? Пытаемся. Назад. Стоп, проведите энергию, это скорее всего будем в электричестве. Все. Я наизусть знаю уже карту. Через став все выучил. И здесь. Вот здесь. Дима, это где свет чини? Все, я все задания выполнил. Что дальше? Все, теперь жди. Осталось еще выполнить. Давайте мы. О, так мы так первый раз, получается, за все время убьем только маньяка. Или как, мы, получается, пройдем, что будет, когда мы все задания выполним? А, маньяк. Крипер, ты задания выполнил все. Потом не осталось. Короче, зебра убийца, он ходит и не выполняет задания. Это зебра. Я уже все выполнил. А, хорошо, это Радекс. Кто я? Ну какие задания ты выполнил? Что я? Какие задания ты выполнил? Кто? Радекс или я? Радекс. Радекс! Я все видел! А ну так тупо! Это тупо! Радекс, Радекс! Радекс, я сзади тебя! Ты что, голимый? Ха-ха-ха! Ну что ты? Красавчик! Красавчик! Я сзади тебя! Блин, да что, я хотя бы обернулся? Ты что, ты как лох играешь, как я? Дима, зачем о себе плохое говорить? Да блин, застрелил меня! Не, ну я просто понял, это же все безвыходная ситуация. Ну все, голосуйте тогда против него все. Ты мог сказать просто, какие задания секунду ты типа не выполнил. Дядя, открой! Радекс, я сзади тебя стоял. Что, не видел? Да, я говорю, это все равно было уже безвыходная ситуация. Это палевный Радекс вообще. Вообще играть Радекс не умеет. Победа! Зато в обычную Амонгус умею.
Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения. Посмотрим мои ролики еще.